что ни день, то приезд иностранных гостей. Нижегородская область принимает зарубежные делегации. К концу недели в регион прибыли эстонцы. Чрезвычайный и полномочный посол данного государства встретился с заместителем губернатора Дмитрием Сватковским. Обсудили итоги и поговорили о перспективах сотрудничества. В области образования и культуры. Но я совсем не исключаю, что в будущем еще найдется и возможность более развивать деловые отношения между двумя партнерами. Делегация из Эстонской Республики поучаствует еще в двух мероприятиях. С одной стороны, выставка книжного дела Эстонии и выставка фотографий. И другое, главное событие, это будет выставка и просмотр произведений эстонской анимации. Школа анимационного фильма в Эстонии имеет уже длительные и очень известные традиции. Показ анимации пройдет в кинотеатре «Зорница», а вот выставка «Архитектура Таллина» открылась в Нижегородском центре современного искусства «Арсенал». Также эстонцы посетят учебные заведения города. У двоих наших крупнейших университетов, это Тартусский государственный университет и Таллинский политехнический университет, уже есть некоторые конкретные идеи, которые мы можем предложить на наших встречах в Нижегородском государственном университете. По данным Приволжского таможенного управления, по итогам первого полугодия товарооборот Нижегородской области с Эстонией составил чуть больше 21 миллиона долларов. Экспорт больше 18 миллионов долларов. Импорт примерно 3 миллиона долларов.